Косяки сначала. Хорошо. Я извиняюсь. У мозга есть такой интересный эффект и мотивации использовать дальше эти инструменты нет как таковой. Того, с какой скоростью вы идете. Начнем мы вот с чего. Давай, прежде чем перейти к пресуппозициям, ребят. А, может познакомиться, да. Цели. Косяки сначала. Хорошо. Я извиняюсь, конечно. Хорошо. Объясню, почему сначала косячки, а потом цели свои прописывать. Потому что, когда вы начинаете прорабатываться, когда вы начинаете изучать НЛП и техники, тут побочным эффектом происходит, ну, я не знаю, звучит, конечно, пафосно, самоисцеление, да? Но, в общем, вы прорабатываетесь. Вы становитесь более эффективными, более, не знаю, жизнерадостными. Но у мозга есть такой интересный эффект, иногда после психотерапии такое бывает, поработаешь с человеком, и он пришел весь в слезах, соплях, рассказывает, какие у него проблемы страшные, вот он прямо перед тобой весь разваливается. Собираешь его, ну зачастую к концу одного сеанса можно человека собрать и сделать из него человека. И он сидит, улыбается и говорит, ну ему говоришь там, что там, как проблема-то твоя вот эта вот поживает. Он говорит... не понимает, во-первых, вопрос, а во-вторых, говорит, ну, у меня так всегда и было. Ну, то есть у него всегда было хорошо. Конечно, не будешь спрашивать, а что пришел-то? Ну, потому что обратно поломается, возьмет, да, рассказывать будет. Вот, соответственно, когда вы обучаетесь, что происходит, как наш мозг адаптируется? Он говорит, вернее, даже не говорит, а делает. Очень здорово, очень приятно, если мы всегда так и жили. То есть он берет и встраивает ваши изменения, как будто так всегда и было. И это с какой-то точки зрения правда. Но беда в том, что когда ты думаешь, что ты так всегда жил, ты не помнишь о том, что ты сам поработал с собой и изменился. То есть ты не помнишь причину изменений. И мотивации использовать дальше эти инструменты, разве что только неосознанно, нет как таковой. Поэтому хорошо бы сейчас действительно зафиксировать для себя, что не так, что в жизни вас напрягает, где вы, о чем вы не можете мечтать, потому что у вас есть определенные ограничения в ваших убеждениях. Мы это проверять не будем, ребята. Не, не, это мы для это вас. Проверять не будем, это для вас, понимаете? То есть вот на будущее запомните, вот есть в зале люди, которые ведут дневник наблюдений за собой. Ну, просто вот пишите, например, там, про, как сегодня то-то. Есть такие? Вот, класс, уже хорошо, это понимаете? Это очень важно, это очень круто, это очень хорошо. Потому что ты имеешь возможность заглянуть к себе в прошлом и так сказать, ах, и это был я. И это было проблемой? И это было проблемой, понимаете? То есть, когда мы куда-то идем... Тут важно, чтобы у вас была цель, куда ты идешь. И очень важно, чтобы у вас было понимание того, с какой скоростью вы идете. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что если ты проснулся утром, и у тебя ничего не болит, как говорят наши старшие братья-китайцы, значит, ты уже умер. Но болезнь – это когда каждое утро у тебя болит одно и то же. И если ты в своем дневнике постоянно пишешь об одной и той же проблеме, ну, сами понимаете, это вот как раз и есть проблема. Все остальное это что, задача? Но на сегодняшний день, для того, чтобы понять, где мы находимся, пожалуй, стоит вот так вот быстренько для себя написать, что вас бесит в жизни. Ну, замените слово «бесит», «напрягает», «тормозит», что там еще может быть. И по каким причинам вы себя не любите? Вот так, знаете, вот так вот, вот начнем с этих, как она, повысим ставки. Достаем платочки. Достаем плачем, платочки, рыдаем, да. Что мне в себе не нравится хорошо, по каким причинам я себя не люблю, то есть вот такие вот. И это нужно для того, чтобы стартануть, потому что мы, как это, говорим вам, что ближайшие 6 ступеней, ну как бы часть из вас уже к концу этой ступени рванет вперед, но для того, чтобы полностью пройти этот путь, поэтому пишите, пишите. Все. Если информация действительно полезна, а мы красавчики, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал.